В 2016 году к уполномоченному по правам человека в Орловской области обратились 1500 орловчан. Отчет о работе в среду зачитал Александр Лабейкин. По его словам, чаще всего к нему поступали жалобы на вопросы, связанные с жилищным законодательством. На втором месте сфера здравоохранения, третью строчку занимает уголовно-исправительные учреждения. Отражены вопросы соблюдения прав заключенных, соблюдения прав в ходе реализации миграционной политики. С Натальей Павловной и Балашовой мы в этом плане активно контактируем на территории нашей области. А также рассмотрим вопросы правового просвещения и повышения правовой культуры населения.